Грехи других судить вы все усердно рветесь. Начните со своих, и до чужих не доберетесь. Вильям Шекспир. Доброго здравия, уважаемые друзья! В эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Хочу вам рассказать, где вы можете найти все примеры рубрики «Выигранных дел». Нажимаете на главной страничке нашего сайта кнопочку «Новости». Здесь опубликованы свежие записанные видео выигранных дел. Но они со временем удаляются. Вот. А полностью, где полностью все выигранные дела, находятся внизу. Значит, ссылка на весь плейлист, ссылка для скачивания выигранных дел, список в текстовом виде. То есть он выглядит вот так вот, когда вы переходите и смотрите. Значит, название у видео, ссылка на YouTube и также на то решение в печатном виде. Так, ну а сегодня мы будем рассматривать Котельнический районный суд Кировской области. Решение по гражданскому делу. ООО «ЛюсБ» обратилась в суд с иском и Кырчановой ОС просит взыскать 108 384 рубля 29 копеек по задолженности кредитному договору. Также проценты за период, неустойка за период, неустойка на просроченные проценты, а также расходов по оплате юридических услуг, по оплате государственной пошлины. Обоснование иска указали. Кому надо поподробнее рассмотрите, ссылочка будет внизу под видео. По договору уступки прав требований ОАО, так, данные изъяты, передала свои права требования по просроченным кредитам физических лиц ООО «ЛюсБ», в том числе по кредитному договору с Кричановой ОС. Определение мирового судьи судебного участка Котельнического судебного района. Произведена замена взыскателя ОАО на правопреемника ОСБ. Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса РФ, право требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке уступка требований. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Пункт 1 статьи 384 ГК РФ. В соответствии со статьей 388 Гражданского кодекса РФ, уступка требования кредиторам, цедентам, другому лицу С-сценарию допускается, если она не противоречит закону. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. Очень значительное предложение в этой статье. Обращайте внимание. Так, согласно статье 431 Гражданского кодекса РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Вместе с тем, как уже указывалось выше, условиями договора о уступке прав требований, заключенного между банком и ООО, определен конкретный перечень передаваемых прав, требований и сумма уступаемых требований по кредитному договору, заключенному с Кырчановой ОС, то есть предметом указанного договора уступки, является денежное требование о взыскании с Кырчановой ОС за должность по кредитному договору исключительно в размере 45 096 тысяч рублей 60 копеек. Таким образом, из буквального толкования условия договора уступки прав следует, что банк уступила ООО лишь образовавшуюся по состоянию
на такое-то число задолженность по кредитному договору выражена в конкретной денежной сумме. Указание на переход к стационарию права требования неустойки процентов, начисленных за период после даты вынесенного мировым судьей решения, то есть такую-то дату договора уступки прав, не содержит. С учетом этого, право требования неустойки процентов в рассматриваемом случае нельзя считать перешедшим к стационарию вместе с требованием уплаты суммы долга. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ООО и УСБ на сумму 108 384 рубля 29 копеек, то есть отказывает в иске в этой части в полном объеме. Суд решил иск общества с ограниченной ответственностью УСБ с Корчановой ОС о взыскании задолженности оставить без удовлетворения в полном объеме. Вот такое сегодня дело. Значит, применяйте, если у вас похожие дела, делайте ссылочки, изучайте, заходите на сайт судов, изучайте поподробнее дела, подобные вашим. Если вам нравятся наши видеообзоры по решению в пользу заемщиков, потребителей, ставьте любо, подписывайтесь на канал, делитесь или перезаливайте это видео в соцсетях, перезаливайте на свой канал. Дополнительные ссылочки смотрите под видео. Общий плейлист и ссылка для скачивания выигранных дел. Это на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.